«Эй, небо, сними шляпу!» Именно такая надпись красуется на открытках в честь 80-летия первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Их напечатала партия «Единая Россия», а заполнить послание, написав пару теплых строчек для легенды советского космоса, может любой желающий. 6 марта, в свой день рождения, Валентина Владимировна их получит. 100 открыток отправят белгородцы, среди которых учащиеся кадетских классов авиационно-космической направленности и школьники из астрономического кружка 9-й Белгородской гимназии. Продолжит Екатерина Ковалева. Эта миссия, вам почетная миссия, предоставлена не случайно, потому что именно вы занимаетесь астрономией наиболее активно в нашей области. У вас есть определенные достижения. Кто-то мечтает о новых гаджетах, а они о личном телескопе и освоении космоса. Участники кружка Надежды Ульяновой – победители астрономических олимпиад всероссийского международного уровня. Их кумиры – Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Поэтому поздравить одну из советских легенд космоса – высокая честь. Уважаемая Валентина Владимировна, пусть ваш жизненный путь всегда освещают самые яркие звезды неба. И наша галактика еще многие годы будет придавать вам сил. Вы – великая женщина, открывшая дорогу всем представительницам прекрасного пола в космос. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Такие теплые слова написала Лидия с подходящей фамилией «Солнышко». Именно так она мечтает назвать свой будущий космический корабль. А воодушевила ее на это именно Валентина Терешкова. Она для меня – это невероятный пример для подражания. Именно благодаря ней я хочу связать свою жизнь с деятельностью в космосе. С самого раннего детства хотела создавать ракеты, которые полетят в космос и будут помогать нашим космонавтам. И, возможно, этим космонавтом станет Александра Севрюкова, кадет класса авиационно-космической направленности 17-й школы Белгорода. Своей мечтой она делится в письме Валентине Терешковой. Когда я вырасту, я тоже совершу такой же подвиг. Я мечтаю стать такой же, как она, полететь в космос и выйти в открытый космос и побыть там хотя бы час. Посмотреть, как выглядит наша планета. Строчки восхищения советской летчицы-испытателем, впервые полетевшей в космос, звучали в каждом письме. Спасибо вам за ваш великий подвиг. Я вас очень уважаю, и для меня вы великий человек, который дал мне любовь к космосу. Валентина Владимировна, поздравляем вас с днем рождения и желаем крепкого здоровья и долгой и счастливой жизни. Мы равняемся именно на вас. Вашим подвигом восхищались во всем мире. Я мечтаю полететь в космос, прямо как вы. Уже завтра поздравительные открытки будут отправлены в Москву. И ко дню рождения Валентина Владимировна Терешкова получит сотни тысяч слов признательности от молодого поколения ее последователей. Эй, небо, сними шляпу! Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков, Новости мира Белогорья.